Исполнителя с секретным оружием нашей поп-музыки. В эфире Первого канала он въехал на Македонской Луне так уверенно и изящно, так написано во всяком случае в биографии на сайте этого исполнителя. Давайте поаплодируем, давайте встретим Дмитрий Нестеров! Да, про коня это было чудесно. Я вот все время поражаюсь, думаю, зачем они это читают? Вот зачем? Да, про Аллу Пугачеву все было прекрасно. Кстати говоря, она единственный человек, который за победу в конкурсе подарил мне 10 тысяч долларов, как она выразилась, на развитие бизнеса. Ну ладно, бог с ней, Алла Борисовна, ее, я не могу, ей кости перемывают каждый день. У меня есть другая группа, молодух. Девчонки хорошие, красивые. Какие у нас певицы на российской эстраде? Самые, в кавычках, молодые, кто знает? Нет, я Пугачёва не называть. Самый старший Пугачёвы кто-то есть? София Ротару, так, раз. Кто еще старше Софии Ротару есть? Финалисты, А финалисты Евровидения, кто занял второе место? Во, урановские бабушки. Никита Сергеевич Михалков на открытии международного кинофестиваля познакомил меня с ними, и они попросили, говорят, вот мы поем эту песню «Party for everybody dance». Говорит, можно чуть на русском? А мне в том году исполнилось 36 лет. Что такое 36? Это 18. И снова 18. Друзья, кто любит радио «Шансон», авторадио и так далее, кто слышал эту песню, поем хором. Мне снова 18! Твоей невестой. 18, мы снова на 17.
Вы знаете, много кто танцевал под эту песню. Но девчонки, вот понравилась вам песня-то? Вы слышали ее, знаете? Да. Спасибо, девчонки, мальчишки, а также их родители. Я очень рад, что не просто спел для вас, а помог фонду, как он называется, скажите, «Добро правильно. Без границ». «Добро без границ», ребят. Спасибо большое, аплодисменты Дмитрию Нестерову. Фонду «Добро без границ». Пока. Молодец, бодро начал. А дальше будет еще...